Перед началом соревнований команды-участники, а их было 5, гостям праздника сразу продемонстрировали свою сплоченность. Старт дан, и ребята, поддерживая друг друга, ринулись в бой за победу. С 93 года в плавательном центре «Дельфин» проводятся такие вот мероприятия, где дети с ограниченными возможностями в одной команде со здоровыми участвуют в соревнованиях. Занимаюсь бассейном больше 3 лет. Люблю это дело, оно мне нравится. У меня болезнь с ногой, разрушается кость. Плавание помогает мне улучшать мое здоровье. Их у нас, ребят, много. Ну, я считаю, что для нас это немало. 48, иногда 50. Сейчас дети еще придут, колясочники. В соревнования «Веселые старты» входило несколько этапов. Кто быстрее, переправа на баллонах, ни капли мимо. И так называемые «хвостики», когда ребята в воде схлопывали надувные шары. Все было так весело и интересно, а главное – полезно. Для всех присутствующих на празднике учащиеся спортивного класса Развилковской школы продемонстрировали свои успехи в плавании. 3 бронзы и сдал все 3 взрослые разряды на всех дистанциях. Скоро уже собираюсь 2-й сдать. Надеюсь, что многие ребята будут равняться на меня, как и на меня, но и на моих друзей. Подведение итогов и подсчета очков, набранных каждой командой, показало, что победителями стали ребята команды «Дельфин». А Лера Свистунова и ее капитан, у которой проблемы со здоровьем, одержала победу и над собой. Я почувствовала себя здоровой, я хотела победить, и я это сделала, и я рада. Для других ребят соревнование тоже стало определенным стартом для будущих успехов. Я рад за свою команду, мы молодцы, мы старались. Были ошибки, но это не важно. Самое главное не победа, а участие. В этот день ребята получили много подарков от совхоза имени Ленина. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».